здесь у нас в городе Вологде, в этом замечательном зале единоборств, мы открыли этот проект, который носит название «За самбо» вместе с представителями партии «Единая Россия». И вы видите, какое количество маленьких ребятишек, больших, постарше, девчонок, уже взрослых спортсменов с огромным удовольствием показывают сегодня открытую тренировку. Ну а самое главное – быть настоящими патриотами нашей Родины, любить ее и относиться всегда к нашей Родине с чувством глубокого уважения и переживать все трудности вместе с ней, ну и радости тоже. Вот это будут настоящие патриоты нашей страны. Вот для этого и существует проект «За самбо». Проект стартовал буквально меньше месяца назад. Это самое первое публичное мероприятие, то есть до этого как бы такого мероприятия не было. Я надеюсь, что это станет постоянно системным. Кроме того, проект очень много других задач, как раз именно связанных с популяризацией, как говорят, самого русского вида спорта.